Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня, друзья, вспоминаем старый добрый бокс House of Crypto, который, я даже вот не знаю, он такой древний, друзья. С какого он года работает, я вот, честно говорю, не помню. Но он работает, платит. Я до сих пор в нем, как бы, просматриваю рекламу и набираю минималку, постоянно вывожу. Значит, может быть, кого-то смущает вот такая вот страничка, когда вот, да, я вот только сейчас зашла, как бы вот, типа, недоступен, да, вот сюда кликаю, все работает, все платит. Я вчера выводила в криптомонете Solana, до этого я, как бы, сигнин, фалсит крипто, видим, да? Вот. Так я выводила в криптомонете Horizon. Ну и, как бы, понимаем, да? Сейчас поставлю на паузу, залогинимся. Так, логинимся. Все забываю я, что email, пароль. Сейчас, как бы, авторизация идет по Google аккаунту. Видим Google и Twitter. Я кликаю. Вход. Через какой мы заходим. И там же уже и email, да? Через форму. И вот я попала в кабинет. Значит, здесь вот баланс в коинах. Это задание предлагают. Это вот у нас в коинах. Это в биткоинах. Идет, как бы, переводится, конвертируется, да? Так, ну что, давайте я сразу, пока буду микрофонить, поставлю на вывод, так как вывод идет там пару минут. Я выводила вчера в криптомонете Solana. Сегодня я также выведу Solana. Вывод. Они не рекомендуют выводить на микрокошелек. Я выводила вот сюда, вот на этот свой напрямой кошелек. Значит, вот я кликнула вывод. Минимальный вывод 4000 вот этих коинов. И у меня есть сумма, я могу, как бы, достаточная, да? И здесь, смотрите, видите, вот можно выводить, да? Вот если зелененько, нет, вот зеленая вот такая, значит, можно выводить, как бы. Вот, а я выводила в Solana. Сейчас я выберу опять Solana. И выведем. Вот она, Solana моя. Кликаю вывод. Значит, комиссия, да, у них небольшая. Next. Кошелек у меня, когда вы прописываете, выбираете любую криптомонету. И вы прописываете адрес кошелька. Он у вас уже здесь. Первый раз нужно будет прописывать. А потом он у вас, уже автоматически, как бы, сохраняется. И я максимум могу вывести, у меня чуть-чуть больше, у меня 13000. Но я могу максимум где-то 12600. Потому что если я поставлю даже 13000, да, у меня не 13.000. Если бы даже 13.882. О, ставить. Потому что я, мне вчера больше было. Мне было не вывести большую сумму. 882.00. Так. А вот здесь почему-то стоит нансол. А, комиссия, наверное. Ну,
И здесь, видите, не получается. Давайте-ка поставлю. Так, где моя Солана? Вот она. Ну, сколько даю, значит, столько я и буду выводить. Видим, да? У меня сумма 12600. И вот такую сумму 0.2056 монет мне придет на кошелек Солана. Так, а где мой Солана? Вот он, Солана. Сейчас я вам покажу вывод. Разблокировать. Кликаю на салон. Опускаю снизу. Вот, получено. Видим, да, я вчера 0.2053 монеты. Так. Ну, и здесь теперь кликаем вывод. Так. Ля-ля-ля, тополя. Адрес правильно. Вот сюда вот эту штучку нужно поставить. Кликаю вывод. Все, вывод отправлен. И через несколько минут как бы монетки придут. Сегодня у нас 22 число. А это видим, да, вот здесь вчера я выводила. Так, далее что? Ну ладно, теперь по заработку. Значит, что я здесь делаю? Только ПТС. ПТС не сильно так и много, кто не знает. Также есть афервал, короткие ссылки. Заданий здесь очень много, как бы. Я этого ничего не делаю, я только на просмотре. Вот, тут 25 секунд. Как бы, да, видим. Задание. Господи, я уже заговариваюсь. Что только утро. Голова не валит. Давайте-ка 16 секунд кликаем. Опускаемся чуть ниже. Идет вот здесь таймер как бы. И можно... Ой. А, здесь еще капчу надо. Просто зайду, вот рекламку посмотрю. И все. Баланс мы, кстати, посмотрите, уже 1282 коина. Это 125 биткоин сатош. Кликаем, меня перебрасывает. Здесь идет таймер. Ну и все. Тут все легко и просто, как бы. Ничего сложного. Отличный бокс, конечно, работает он. Ого-го. Сколько я возвращаюсь. Эту вкладочку можно уже закрыть. А, и вот здесь. Вот здесь, если мы кликнем вот на эту, видите, слева есть чат, как бы. Можете писать в чат. Мне он не надо. Ну что, здесь рефералы, вкладочку, здесь такого ничего, все по-старому, как бы. Вот. Находится реферальная ссылочка. Если кому надо. Сейчас проверим монетки. Сегодня у нас 22 число. Понимаем тот, что эту криптовалюта. И нужно немножечко время. Я поставлю пока... Возвращаюсь на домашнюю страничку. Поставлю пока на паузу. Монетка придет. Тут буквально это задание предлагают. Здесь, конечно, видите, какие суммы. Я не люблю там просят регистрироваться. Мне это не надо. Вот. Ну, а как монетки поступят, я покажу вам вывод.
А пока пауза. Прошло приблизительно минутки 3-4. Монетки поступили. Сейчас покажу. Вот. Сегодня видим, да? Плюс 0.20558 Solana. Это с Faust Crypto. И вчера я выводила также. Видим одинаковый адрес даже. 0.20539 Solana. Все замечательно платит. Также не забываем здесь каждые сколько 20 минут, по-моему, заходить. Вот вверху таймер, вот видите, идет. Также собирать вот эти коины. У меня минималка 4000 коинов. Ну, в принципе, и все. Работайте, зарабатывайте. Неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.